Самая большая проблема у молодых режиссеров, которые понимают, что страх проходит с последним нажатием кнопки. Да? И им кажется, что это цинизм. На самом деле это не цинизм, а нормальное самосохранение. Если вы испытывали страсть к каждому своему герою, потому что у меня около 40 документальных фильмов, представляете, я до сих пор испытываю страсть ко всем героям 40 фильмов. Да? Это же ужас, меня уже разорвать должно от страсти. На самом деле ты каждый раз испытываешь новую страсть к новому герою, а эти остаются за спиной. В этом большая психологическая проблема профессии, поэтому очень часто документалист уходит в игровое кино не потому, что игровое круче. Я сняла 2 игровых фильма и очень успешно, но я точно знаю, что круче документальное кино. Круче документальное кино, потому что там есть зона непредсказуемости. И зона непредсказуемости — это великая вещь на самом деле для тех, кто работает в искусстве. Когда ты не знаешь, что случится через минуту с твоим героем, когда ты не знаешь, что произойдет, когда ты должен быстро реагировать, да. Да, в игровом кино ты бог и царь, да? И поступаешь как бог, расставляя все эти пешки и как бы устанавливая все драматургические решения, ходы и так далее. Здесь же это жизнь, с которой ты должен договориться. Это, на мой взгляд, самая сложная профессия среди кинематографических — режиссура документального кино. Если вы по-настоящему только к этому относитесь, да? Мы говорим сейчас не о телевизионных подделках, как бы речь не идет сразу о телевизионных подделках. Мы вообще не работаем на телевизора, наша школа. Как только ребята приходят, мы сразу пытаемся, а многие приходят с телевизора, думают, что их научат еще лучше снимать то, что они снимают. На самом деле мы не снимаем телевизора. И мы сразу определяем, чем занимается телевизионный режиссер и чем занимается режиссер игрового кино. Вот. Очень коротко я выработала формулу. Режиссер телевизионного кино – это когда объект снимает объекта. Режиссер документального настоящего кино – это когда субъект снимает субъекта. Это когда человек со своими личностными качествами снимает человека тоже с личностными качествами, который узнается по имени, по каким-то маленьким штришкам в этой жизни, все. Вот. А объект снимает объект — это, как правило, безличностное кино. Это телевизионное кино. Я не имею в виду, когда телевизор показывает хорошее документальное кино, а когда он сам производит продукцию, выдавая его за документ. Как правило, это не документ. Теперь вопрос о документе. Вообще, что такое документ, что такое документальное кино — это один из самых сложных вопросов сегодня. Вот сегодня он становится все сложнее и сложнее, потому что вы понимаете, что вот эта штука, в общем, простая достаточно, она не отражает объективную жизнь. Никакой объективной жизни в документальном кино нет. Потому что есть я, который держит эту штуку, да? Камеру, есть монтаж, есть ваше представление о некой жизни, которую вы хотите, а жизнь может быть совсем другая, вы ее неправильно поняли, вы ее не расшифровали, мы же еще расшифровщики. Вот. И поэтому человек с камерой может снять, вот 5 людей стоит, 5 людей снимет 5 разных фильмов, исходя из своего представления о жизни. Поэтому что такое объективность в документальном кино — это вопрос для очень серьезных философских исследований, но режиссер об этом все время должен думать. Я не знаю, смотрели ли вы фильм, один из лучших вот последних документальных кино, его сняла канадская актриса Сара Полли, очень известная актриса, 30 с небольшим лет. Вот. Она сняла фильм, который называется «История моей семьи», да? По-моему, «История моей семьи». Вы смотрели, да? Вы смотрели. Еще кто-то смотрел?
Посмотрите, если вам попадется, канадское кино «История моей семьи». Сюжет этого фильма. Она снимает действительно историю своей семьи. Когда мама ее умерла, когда ей было 10 лет, когда она подросла, она вдруг начала слышать со всех сторон от своих старших братьев и сестры, от родственников, от знакомых, что на самом деле тот человек, которого она считает отцом, не биологический ее отец. Что мать ее родила от одного из своих любовников, то ли актера, то ли продюсера, то ли еще от кого-то. И она начинает искать реального биологического отца. Весь фильм – это попытка найти биологического отца. Она нам показывает в течение почти всего фильма хронику жизни мамы, которая была известной актрисой, женщиной очень широких нравов, которая очень много гуляла, общалась с мужчинами, была красоткой и так далее. Гениальная хроника, снятая любительской камерой. Только почти в конце фильма мы понимаем, что это не хроника, что это документы, что это актеры. Она выдает прием. Она сажает вместе с собой за стол молодую мать, молодого отца, молодых ее друзей, для того, чтобы мы поняли, это прием, ребята, это не хроника. Значит, я спрашивала публику, 90% ничего не поняли. Это так идеально было снято, я никогда не видела такого точного документа. Да? Это было так идеально снято, что все документалисты приняли эту цифровую хронику за хронику. Но дальше что происходит? Она говорит, вот, вы же этому поверили. Значит, поверьте во все остальное. И я понимаю, что внутри вот это... Значит, что такое реальность, говорит Сара Коли в своих фильмах? Реальность – это то, во что вы верите. Вы верите, что это реальная жизнь моей мамы? Значит, это реальность. Человек уходит из режиссуры, когда он не может поднести к лицу незнакомого человека кадр. Это очень страшно, на самом деле, этот момент надо преодолеть. И вот очень любопытно, когда студенты говорят, ну вот я поднес камеру, а мужик говорит, убери камеру, я сейчас камеру разобью, рожу тебе разобью и так далее. А что делать? Вот. Здесь на самом деле, если вы рассматриваете очень точно человека, вы должны понять, в одном случае из 100 тысяч он действительно разобьет камеру, в одном из 100 тысяч. В другом происходит история, вот очень русская, я не знаю, как в Грузии это есть или нет. Вот, допустим, в России, если ты приходишь в незнакомый дом, и тебе говорят, хочешь есть? Ты говоришь, нет. Хотя ты вчера не ел еще, да? И ты смертельно хочешь есть, из кухни хорошо пахнет. Но ты говоришь нет, потому что ты хорошо воспитанный человек. Хозяин тебе говорит, вы играете в игру. Хозяин тебе должна задать второй вопрос. Ну, может, ты поешь все-таки минут через пять? Ты говоришь, ой, нет, Марья Ивановна, я действительно, я такой сытый, все. И с ужасом думаешь, а вдруг она правду подумает, что я сытый. Но Марья Ивановна опытный диалогист. Она на третий раз просто приносит тарелку щи и ставит перед тобой, и ты ее спокойно съедаешь. Да? Это русская традиция, абсолютно. Когда приходишь в незнакомый дом, если ты приходишь в незнакомый дом, тебе говорят, хочешь есть, и ты говоришь, хочу, хотя это думает, ну, самоват парень еще. А когда его готовы на коробке, то она не понимает, что это так сразу, неприлично. Ровно то же самое происходит с нашими героями. Герой должен отказаться. Он может отказаться три раза. Но если ты не поймешь, что это просто как бы диалог, который ты устанавливаешь и уходишь, я всегда говорю, обернитесь, и вы увидите так кривые глаза, которые вслед вам смотрят и говорят, ну куда ты, дурак, пошел? Я тебе сказал, не могу, а на третий раз ты должен был начать. Ну что ты делаешь? Я тебя ждала всю жизнь, чтобы пришел человек в камеру. Вот. На самом деле, это действительно очень точно. Вы должны смотреть, есть неадекватные люди, которые могут... Но, как правило, это люди публичные.
опасные, которым надоели камеры, которые воспринимают ее как врага. Если вы подходите к человеку обычной жизни, вот честное слово, человек ждет, как кому-нибудь рассказать о своей жизни. Никто же никого не слушает вообще. А я прошу убрать из своего арсенала, допустим, слово «духовность». Потому что, на мой взгляд, это слово ровно ничего не означает. Есть слово «духовное», это имеет отношение к религии. А есть слово «духовность», которое говорит лишь о качестве ума, произносящего этого слова. Да? Потому что вот человек сидит и пишет и говорит, да, духовность народа очень больна на сегодня. Это значит, он точно предполагает, что его-то духовность в полном порядке. Да? Это все равно, что сказать, ну я-то, конечно, умный, в отличие от всех вас, да? Это приблизительно так же. Вот, это слово, есть огромное количество слов, которые не имеют смысла за собой. И, а так как все приходят с арсеналом этих слов, они постоянно звучат по телевизору, они постоянно как бы в газетах, то я прошу их убрать. Это очень важно, пользоваться правильным словарем. Потому что то, что мы говорим, мы так и думаем, мы то и есть на самом деле, то, как мы разговариваем. Вот. Мы убираем слово «духовность», дальше мы убираем слово «художник» с большой буквы. Да? Есть художник как профессия, есть художник как определение, но художник с большой буквы мы убираем, таким образом убирая, желая убрать, вот эта мессианская составляющая нашей профессии. Мне кажется, что на сегодняшний день мессианская культура – это культура, которая предполагает, что художник рядом с Богом. Мне кажется, что на сегодняшний день она не работает. На сегодняшний день культура работает в диалоге один на один. Когда я впрямую смотрю на человека и разговариваю с ним, а не смотрю на него оттуда, расценивая все его стремления как некую тщету, оценивая его с точки зрения как бы самой высокой, условно, Бога. Да, я человек неверующий, но мы используем как бы это слово как верующий и неверующий, очень понятные коннотации, и все понимают, о чем я говорю. Вот художник с большой буквы – это художник из старой истории, из истории мессианской культуры, которые, на мой взгляд, на сегодняшний день уходят постепенно. И мы такие же, как все остальные. Но мы должны установить с этим остальным миром диалог. И дело не в том, что подарить просто другому, это как бы в игровом кино, но в документальном очень важно распознать ситуацию. Распознать, а вот это любовь или это ненависть. Один из этюдов, который я прошу сделать своих студентов, называется «Чаепитие». Я прошу снять людей, которые просто сидят за чашкой чая или за чашкой кофе. Они могут не разговаривать, но вы должны понять, они сидят потому, что только что встретились, они сидят потому, что давно знакомы, они сидят рядом, пьют, потому что они муж и жена, они любят друг друга, они ненавидят друг друга. Они встретились, чтобы расстаться, вы должны это заметить и передать, не вмешиваясь в человеческую жизнь. Вы должны это заранее понять, а для этого вы должны что-то пережить в жизни, а рефлексировать. Поэтому, когда я возвращаюсь, почему я стала принимать совсем юных ребят в режиссуру 18-19 лет, без образования, без культурного бэкграунда. Тот человек, который может отрефлексировать свою жизнь, пусть даже небольшую жизнь, тот может быть режиссером. А человек может дожить до 80 лет и не отрефлексировать эти 80 лет. Он никогда не сможет ничего снять. Он не сможет снять даже историю своей жизни. Да? Вот этот момент рефлексии тоже очень важен для режиссера. Значит, один, это вот то, что у нас тестово, когда человек, участвует в драме, одновременно смотрит на эту драму как посторонний и запоминает ее, это свойство режиссера. Мы практически не ошиблись
не развит. Вот если у человека есть это свойство, дальше уже речь идет о характере, о мере таланта и так далее, но он может снимать кино. Если этого свойства нет, он 100% кино снимать не может. Ну и второе, вот это рефлексия. Рефлексия, когда человек, если Лера Гай-Германика, прожив 18 лет, могла отрефлексировать даже самые юные годы. Она понимала на том этапе, когда она сняла вот этот блестящий, на мой взгляд, фильм, вы его посмотрите, он есть вот на трекере, все внутри я останусь. Вот, это фильм, который снял юный человек. Юный человек, это очень важно. Это опыт жизни юного человека. И вот эта прекрасная фраза в заглавии фильма «Все умрут, а я останусь». Так может сказать только очень юный человек, да? Вот пусть все умрут, я все равно останусь. Вот, это момент очень мощной рефлексии, режиссерской рефлексии. Причем, что интересно, она пыталась этот же фильм снять сначала документально. Там происходят очень простые вещи, там вообще простой сюжет. Вообще, кино простых сюжетов, и в документальном, и в игровом, это, ну, там сложно с экшеном, да, но, да, это моя сумка, вы его можете куда-то кинуть просто. Но там, на самом деле, очень много возможностей работать с деталями. Вот сюжет простой. Она пришла ко мне еще, будучи студенткой нашей, и сказала: Мария Александровна, знаете, какое кино хочу снять документально? Девочки готовятся к выпускному вечеру в школе. Вот три подружки готовятся к выпускному вечеру. У них куча всяких фантазий по поводу этого выпускного вечера. Одна хочет, наконец, поцеловаться с Сашей, о котором она мечтала давно, да? Другая еще что-то. И вот наступает этот вечер выпускной, а все происходит не так, все происходит гораздо трагичнее. И она пошла в школу, в обычную школу, там у себя в районе, зашла в кабинет директора и сказала: вот я хочу снять такое кино документальное, разрешите, я буду наблюдать и выбирать героев у себя в школе. Директор вызвала милицию, запер ее в кабинете, и потом с милицией они ее выгнали как бы из школы, потому что она так не укладывалась в представлении директора о человеке, который снимает кино. Она была с дредами, она была в этих шипованных мошенниках и прочее, она так долго ходила очень. Но и директор решил, что это вообще-то милиция должна разбираться. Вообще, я не знаю, как у вас, но в России я не видела ни одного хорошего документального фильма о школе. Школа закрыта гораздо больше под камеры, чем атомная станция. На атомную станцию еще можно попасть. В военную часть можно попасть, в школу попасть нельзя. И это означает только, что там творится что-то такое, о чем, но они не хотят, чтобы кто-то знал. Вот, не знаю, как в Грузии, есть ли хороший фильм о школе. Нет, Ты не про школу, но про учителя. Ну вот про учителя вроде есть, учитель всегда он такой или немножко фрик замечательный, или вообще прекрасный человек с великолепными свойствами, а вот школа с ее мясом, с ее подробностью, все, ее нет. И тогда она решила снять игровой фильм на эту тему и собрала блестящую команду одного из лучших сценаристов, Сандры Гарадионова, одного из лучших операторов отечественного кино Алишера Хамидхаджаева. И они сняли вот кино, которое до сих пор смотрится как абсолютно свежее. Хотя, естественно, расстали учителя и говорят, что у нас в школе вообще-то все замечательно, у нас такого не бывает, у нас мальчики не насилуют девочек в подвале, у нас не пьют и так далее. Ну, вот в районе там все школы живут, а вот у нее все так плохо. Но это действительно серьезное кино, принадлежит оно 20-летнему человеку. Вот. То есть вот отсутствие страха и способность смотреть на сегодняшнюю жизнь. Режиссер живет
сегодняшними ритмами, даже если он снимает о прошлом. Он снимает о прошлом с позиции сегодняшнего дня. И с позиции сегодняшнего культурного кода, а не вчерашнего культурного кода. Это чрезвычайно важно, потому что я вижу способных людей, которые все время проматриваются. Они говорят про что-то, что уже отработано культурой. И они снова повторяют, 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 это перестает быть интересным. Значит, что еще отличает нашу школу? Причем, когда я все это говорю, я не говорю о том, что не может быть другого варианта кино. Это наш вариант кинематографа, которому мы учим. И который... Вообще, девиз нашей школы, что мы не учим снимать кино, мы учим смотреть, рассматривать эту жизнь. Потому что на самом деле научить снимать нельзя, научить писать нельзя, ничего этого нельзя не учить. А вот научиться рассматривать жизнь, понимать, что ты хочешь в ней посмотреть и что ты хочешь про нее рассказать, это мы можем сделать. И вроде бы у нас это получается. Вот. И поэтому... Когда я говорю о том, что есть в современной культуре, культура, я имею в виду весь социум, да, что сегодня интересно было бы рассмотреть режиссёру. Мы учим горизонтальному кино. Мы для себя это так сформулировали, но формулировка горизонтальная культура появляется еще в 30-е годы у эстетиков. Вот, мы учим горизонтальному кино. Культура до 21 века – это практически вертикальная культура, состоящая из всяких оппозиций. Добро, зло, да, все по вертикали, добро наверху, зло внизу, Бог, дьявол, да, и так далее. Вот эти оппозиции, они еще работают в культуре. Но что осталось нерассмотренным? Осталось нерассмотренным горизонтальное существование человека. Человек предстает как объект добра, зла, да? Как человек, который принадлежит неким субстанциям, как Бог и дьявол, но он не рассмотрен как дядя Ваня, который встает утром, меняет трусы, выпивает бутылку пива, и дальше у него как-то начинается какая-то жизнь. Этот дядя Ваня на самом деле очень странно выпал из культуры. Так же, как и тетя Нина с соседкой и так далее. Вообще научиться кино снимать можно за очень короткое время, если ты к этому расположен. Я вам расскажу, как мы принимаем экзамены. Ну, допустим, у нас очень много людей, которые никогда бы не поступили в МГИК. Потому что в МГИК, это институт кинематографии, обязательно на экзамене режиссуры тебя спросят, ну, допустим, как звали трех сестер Чехов. А у меня одна из самых способных студентов вообще читала Чехова. Она вообще ничего не читала. Вот как-то ей так не хотелось читать, да? Но по нашим тестам она оказалась абсолютно визуальным гением. Она абсолютно способная оказалась. То есть она никогда не поступила в государственное высшее учебное заведение, потому что у нее не было необходимого для этого культурного базиса. Культурный базис – это замечательно. Я сама из семьи, где, ну, я жила в квартире, где стояло 8 тысяч книг, да. Я читаю с 4 лет. И мне всегда казалось, что это непременное вот такое условие для искусства, что человек должен быть высоко образованным. Когда я начала заниматься режиссурой, я начала заниматься очень поздно, всего в 40 лет начала, представьте, да. Тут совсем юные люди сидят и думают, о, нам до 40-то еще дожить бы, да? Я только в 40 лет начала заниматься режиссурой, когда я уже приобрела некоторый опыт и думала, что вот люди должны быть, а, жизненным опытом, б, они должны быть культурным багажом, да? Это такая традиция советской культуры, которая вот таким образом выпускала человека в творческие профессии, образованного и с багажом неких жизненной культуры. Когда я начала преподавать, ко мне стали приходить совсем юные ребята. Вот, допустим, моя выпускница из первого набора, не знаю, известна ли она в Грузии. В России она чрезвычайно известна, это Валерия Гай-Германика, которая
была самым молодым режиссером игрового кино. В 22 года она сняла фильм «Все умрут, а я останусь». Вот, и поехала в Канны. Она как раз когда поступала ко мне, ей было 18 лет, и она сказала: «Я хочу, чтобы мой первый фильм показался, был показан в Каннах». Я сказала: «Ну, Лера, ну, как бы, это совсем не обязательное условие». Она говорит: «Да я хочу». И действительно, в 22 года в одной из параллельных программ «Канн» она показала свое кино и оказалась самым молодым режиссером вообще в России, потому что в 22 года она стала полноценной, без всяких скидок на возраст, очень хорошее игровое кино, игровое, которое мы игровому не учим. А до этого она стала 5 блестящих документальных фильмов. Сейчас вот в Амстердаме идет разговор о том, чтобы ее показать ретроспективно, а ей всего 28 лет, да? Вот. Когда я приняла Леру, я поняла, что что-то не так в моем представлении о кино. Во-первых, ей было 18, во-вторых, она была не очень образована, потом выяснилось, что она вообще не кончила среднюю школу, да? А она была очень талантливой, несмотря на это. И только потом, вот когда я сейчас уже 7 лет у нас школы, я понимаю самых разных ребят, и я понимаю, что не надо быть кандидатом филологических наук для того, чтобы снимать хорошее кино. Кстати, у кандидатов это получается хуже очень часто. Потому что есть очень много штампов, да? Или штампов, или гамбургский счет. Вот понятно, что Феллини был блестящий режиссер, да? И ты думаешь: а я как Феллини не могу. И уходишь. У меня так было, я очень хорошо рисовала в детстве, и я думала быть художником. Где-то в 10 классе, я вообще не из Москвы родом, я родилась в Казани, на Волге, в Татарстане, да? Потом уже переехала в Москву, когда стала снимать кино. И я приехала в Москву, в Пушкинский музей, и посмотрела своих любимых художников. На Сезанна посмотрела, и поняла, что я никогда в жизни не смогу так писать картину. Вот никогда. И перестала вообще заниматься живописью. Вот это очень неверное воспитание. Потому что на самом деле ты не можешь снять как Феллини, ты не можешь снять как Антониони, но ты можешь снять кино как Вася Пупкин. А вот Феллини не может снять как Вася Пупкин. Да? Он может снять как Феллини. Поэтому каждый индивидуальный творческий акт, если это очень талантливо, он ценен. И мы убрали вот это ориентацию на великих. Их надо смотреть, их надо знать, но не надо подражать. Не надо думать: а я вот сделаю как. Ты сделай, как ты можешь, да? А не как ты делали великие. Это очень важно, потому что это часть нашей психологии. Вот это мы робеем перед большим искусством. И эта робость очень часто сковывает нам руки, мозги и так далее. Музыка у нас запрещена полностью в кино. Мне кажется, что это чрезвычайно важно — научить себя работать без закадровой музыки, которая очень часто костылями является для неумелых людей. Вот. Когда вы работаете с музыкой, то вы перестаете понимать, что такое ритм. Ритм пластический, ритм героя, ритм кадра, ритм монтажный, да, вы перестаете понимать, потому что у музыки есть ритм всегда. И вы начинаете подчинять свой фильм ритму этой музыки. Вот, опять мой любимый пример, вот в советские времена у нас еще была жатва на экранах телевизора, все жали, да, ну сели, жали, там все это показывали по телевизору. Вот жатва шла под 40-ю симфонию Моцарта. Вот жатва идет, ну вот знаете, жатва, да? Вот она идет, а? Комбайн идет так. Да. Комбайн идет, эти волки крутятся, и начинается 40-я симфония. Помните, скрипочки начинают. Это одна жатва. Потом присоединяется жатва, это жатва в Ставрополе, потом в Сибири жать начинают. Жарко присоединилась, ходит уже там
басы, а потом вся страна начинает жать, и идут там бали по экрану, и весь оркестр огромный, а в торговой симфонии там есть все инструменты оркестра работают, и начинается Моцарт ничего не писал про уборку зерновых, ничего не писал про это, да? Мы сами начинаем подтасовывать этот ритм на самом деле. С помощью Моцарта мы ищем выход из положения, мы сами не потрудились, чтобы показать, как работать, в каком ритме. Поэтому мы подменяем эту музыку. К тому же музыка навязывает нам ту эмоцию, которую мы хотим. Мы или давим на эмоцию зрителя с помощью музыки, значит, мы не смогли это сделать с помощью визуального ряда, да? Мы надавили с помощью музыки, что тоже очень нечестно. Кстати, у нас единственное в мире в школе есть предмет, который называется ритм-форма. Потому что это для режиссера. Если вы, имея блестящий по содержанию материал, фантастического героя, но вы прокололись в ритме, вы потеряли кино. Никакое содержание, никакой смысл вас при этом не спасает. Ритм – это главная форма, образующая часть кино. Где-то у 20% студентов ритм в крови. Они понимают, что это такое, жизненный ритм. 80% не понимают ничего, поэтому мы впервые в этом году нашли преподавателя, который может работать с ритмом, и оказалось, что это композитор, один из лучших сегодня композиторов в России, Саша Манацков, вот, который абсолютно со мной согласился, что музыку надо запретить, как заказ, хотя он пишет музыку к фильмам, но особенно для начинающих. Музыку нельзя использовать как закадровую музыку. Она может быть звучать внутри, допустим, если магнитофон заводит герой там, в машине едет и так далее. Но закадровая она звучать не должна. Перестаете понимать, что такое ритм. Он прочел цикл гениальных лекций «Ритм-форма». Ритм, которым насыщена вся жизнь. Да? Пример жизни. Я в метро иду недавно, в московское метро, в котором все спешат, все толкаются, никто не замечает друг друга. И все, в общем, в энергичном ритме довольно существуют. И вдруг я вижу, как ритм изменился, и люди просто начали двигаться медленно-медленно. Я совершенно не поняла, что случилось, потому что, ну, как бы никакой там пробки внутри не было, ничего. И я так сбоку зашла и поняла, что есть какое-то препятствие, которое заставило толпу, достаточно агрессивную, да, изменить всю ритмическую структуру. Я увидела крошечную, пожилую японскую женщину, которая шла в национальном костюме, в нем невозможно широко сделать шаг. Поэтому она семенила вот так. И вдруг это вот такое какое-то старинное почтение к иностранцам. Да? И вдруг вся толпа засеменила вслед за ней, не отгоняя ее. И вот так они шли, пока не дошли до эскалатора. Это было совершенно гениально наблюдено, если бы была камера, то это был потрясающий кусок такой даже для учебного, как учебное пособие, как меняется жизненный ритм. Да? Вот об этом изменении ритма у нас и есть теперь целый курс, который называется «Ритм-форма». И все режиссеры должны помнить о ритмической структуре фильма, которые, еще раз повторю, проиграли ритмическую структуру, проиграли полностью кино. Вы будете вязнуть, проваливаться, зрители будут уставать вдруг на какой-то, как вам кажется, гениальной совершенно сцене, а она ритмически неправильно собрана. Вы ее не поняли технически, поэтому зритель вышел просто на потрясающей сцене и покинул зал. Да? Вот, вы его не захватили. Ритм – это то, что захватывает, то, что человека держит все время. И это совсем не обязательно музыка. Поэтому надо понимать визуальный ритм, что такое визуальный ритм и жизненный ритм. Музыка запрещена, и запрещен закадровый текст. Закадровый текст
ну, это понятно, что такое, потому что закадровый текст очень долго был идеологическим оружием, с помощью закадрового текста можно было полностью изменить визуальный ряд, объяснить его по-другому, да. Вот. Ну и к тому же закадровый текст очень часто им пользуются неопытные люди, поэтому они то, что не досняли, объясняют за кадром. Да? Вот снять не удалось, поэтому они начинают, поэтому они начинают разговаривать. Значит, это все, опять, все этим можно пользоваться опытному человеку, который хорошо понимает, что закадровый текст, закадровая музыка могут расширить смыслы, да, а не уничтожить их. Можете пользоваться. Если нет, то лучше не пользоваться на самом деле. Вот, допустим, лучшее документальное русское кино сегодня и в течение очень долгого времени, лет, наверное, 25-30, обходится вообще без закадрового текста. Да? Может быть, туда-сюда, но без закадрового текста работает. Вот это 5 запретов, которые действуют на время учебы. Потом они от них свободны. Но многие не хотят от этого освобождаться, а продолжают существовать вот внутри как бы этого и, в общем, не проигрывают эмоционально. Но если нет такой возможности, и у вас есть только зум, хороший зум, то попытайтесь работать одним объективом, не используя ее как зум, то есть не наезжая и не отъезжая. Нужно подойти и отойти, а не работать издалека. Значит, почему? Потому что зум на самом деле делает нас, во-первых, предельно ленивыми. Вот я стою здесь, да, и вижу вот молодого человека, который хорошо слушает. У окна, да, именно вас я вижу. И вот я хочу крупного плана молодого человека, сейчас он на общем плане, да. У меня хороший зум, и я начинаю наезжать. Я делаю крупный план. Потом, когда крупный план уже отработан, я отъезжаю, и опять все у меня на общем плане. Вот попытайтесь, если среди вас режиссеры, ну, те, кто из вас режиссеры, попытайтесь проделать на товарищах хотя бы. Одно, вот снять крупный план, один вы снимаете с помощью зума, наезжая, а другой вы снимаете, просто подойдя к человеку. Да? Теперь, когда вы снимаете зум, помните, да, эффект длиннофокусных объективов, вы размываете пространство, то, что за вами. То есть вы вынимаете человека из реального пространства. Если это является стилистическим художественным приемом, это одно. Если же это просто ваше нежелание сдвинуться с места, это совсем другое. На сегодняшний день, допустим, мне кажется, что очень интересно работать с широкими объективами, которые очень внятно держат пространство за объектом вашего внимания. Да? То есть потом есть большая пространство. Вот, значит, второе, что еще происходит с помощью зума? С помощью зума вы становитесь настолько ленивыми, что вы начинаете играть как бы вне смыслового. Вспомните, что делают операторы телевизионные, когда снимают какое-то интервью с человеком. Что они делают? Куда они наезжают? Вот оператор стоит, рядом стоит корреспондент, да. Рядом стоит корреспондент, и этот корреспондент, ну, разговаривает с человеком. Оператору в этот момент дико скучно. Да? Видно, как он скучает. Поэтому он для того, чтобы убедить всех, что он непарализованный, да, он начинает гонять зум туда-сюда. Он начинает наезжать. Куда он наезжает прежде всего? Вспомните. Он наезжает на глаза. Вот какой-то не очень умный человек сказал, что глаза – зеркало души. Да? С тех пор все это отрабатывают много раз. Вот просто эту фразу отрабатывают. Вот ставят он рядом с человеком, и у него вот здесь уже в голове глаза – зеркало души. И он на это зеркало наехал. Да? Я вспомнила, что это, я вот все время этот случай вспоминаю, мне он страшно нравится. Я как-то включила телевизор и вижу, что стоит старушка, а рядом с ней юный корреспондент прыгает и спрашивает, как пенсионерам тяжело живется на эту пенсию. Да? А рядом оператор, который наехал на глаза старушки, увидел, что у нее старые
блеклые глаза, ну совсем старенькая женщина. Он отъехал от этой старушки. Дальше же работать надо, да? Куда он дальше наехал? Он на руки наехал, да? Он на руки наехал. Это вот два объекта притязания всех операторов мира, да? Вот. Он объехал на руки и обнаружил, что у старой женщины старые руки, да? Он сделал такое невероятное визуальное открытие. У старой женщины старые руки. То-то мы подозревали, что там 15-летние девочки руки, да? Вот. Вы понимаете? Сердце жил, не было молодая. Вы понимаете, это лишает еще, во-первых, это недоверие к зрителю. К зрителю относятся как к идиоту, когда начинают показывать эти крупные планы, да? Вот, они, таким образом, мы уничтожаем некую зону воображения, когда человек сам дорисовывает черты. Мы его показываем и показываем, да? Дальше он понял, что вообще-то надо работать, потому что этот молодой идиот все вопросы задает, и все никак утихомириться не может. Бабушка, как вы живете на свою маленькую пенсию? Вам плохо живется? Плохо, говорит старушка. Да? Вот. Бабушка, а, наверное, не каждый день мясо не можете купить. Не могу, сынок, да и, в общем, не нужно нам старым. Бабушка, оператор-то работать должен, да? Чего же он будет все это снимать? И он начинает панорамы делать, да, это еще любимое. Он начинает ее исследовать со лба до ботинок. Он ведет панораму медленно. По лицу провел, потом пуговицы бедного мальчишки провел, потом чулки, потом ботиночки. Постоял на ботиночках, пошел назад, сделал панораму, успокоился немножко. Когда он дошел до ботиночек, я вдруг увидела, что эта женщина 80 лет стоит в странной позе для старухи. Вот в этой балетной позе. Да? Это вот четвертая позиция, по-моему, называется в балете, да, вот когда вот так углом друг другу поставлены ступни. Да. И я так поняла, откуда я ее знаю. Я когда-то, еще до режиссуры, занималась газетной журналистикой. И я была у нее дома. Она балерина и ученица Айседоры Дункан, той самой Дункан, которая когда-то была Любовью Есениной. Да? Она человек, которому есть что вообще сказать о своей жизни. Я вижу, как она стесняется, когда ее раздевают практически и пытаются показать, как она несчастна. А говорить можно и о другом. Она с удовольствием рассказывает о том, как была ее жизнь, чем она была в балете. Но никто не замечает этой позиции. Никто не замечает, потому что главное – это формально отработать движение. Вот поэтому мы как бы вообще исключаем зум. Исключаем зум, я прошу подойти или отойти. Да? К тому же это очень деликатно по отношению к человеку, потому что у нас при всей интимности существования камеры запрещена скрытая камера. Человек должен знать, что его снимают. Не знаю, как в Грузии, но в России пока еще нет закона, по которому мы должны брать письменное разрешение, как бы снимающегося человека, которого снимается, но есть некие внутренние установки. Вот человек должен, я бы хотела, чтобы я знала, что меня снимают. Когда вы на длинном фокусе снимаете человека, то он точно не знает, что вы его снимаете, если, особенно если человек в толпе. Вот. То есть это вот такая некая техническая составляющая нашей работы. Вот. И вы не представляете, насколько точнее получается кадр, если вы не пользуетесь зумом, а подошли к человеку или отошли от своего героя. Вы получаете абсолютно точный кадр, в отличие от этих дерганных наездок объектов. Конечно, если вы гений, как вот, допустим, наш Алишер Кырмухаджаев, один из лучших операторов сегодня России и, мне кажется, Европы, я помню, мы с ним снимали одно маленькое кино, вот, и он в течение 3 дней мы работали, как бы, ну, почти нон-стоп, он снял, там было около 30 часов материала, и там было 2 погрешности всего.
И эти две погрешности он отметил. Он, пробегая мимо меня с камерой, сказал: извини, я не точно наехал. У меня не точно сработал зуб. Это были секундные погрешности. Но Алишер гений. Он действительно наезжает, отъезжает. И что он это делает абсолютно точно, выстраивая сразу же кадр, не поправляя его влево-вправо, вверх-вниз, ничего. Начинать лучше без, не пользуясь зумом. Да? Это второй запрет на съемках. Значит, еще запрет. Нельзя доставать информацию в фильме с помощью синхрона. Что такое синхрон, вы знаете, да, ну, те, кто... Это интервью. Это интервью и говорящая голова в кадре. Допустим, вы сажаете человека и говорите: дядя Вася, расскажите о себе. Потом вы отваливаетесь, и дядя Вася 3 часа о себе рассказывает, да? Дядя Вася рассказывает, вы потом настригаете какую-то интересную для вас информацию и вставляете этот фильм. У нас абсолютный запрет на добывание информации для фильма таким образом. А что делать? Допустим, если жизнь дяди Васи самое интересное случилось до того, как к ним пришла камера, как к нему пришла камера. Он должен рассказать о том, как посадил там самолет на картофельное поле, да, или нырнул на глубину 800 метров или еще что-то. А вот нельзя. Можно только в виде исповеди, то есть невероятного такого эмоционального выхлопа, а просто как информацию нельзя. Для этого у нас есть такой метод, который называется вербатим. Вербатим это пришло из театра, документального театра. А вообще вы знаете, что такое документальный театр? А? Нет, не знаете. Мне кажется, что в Тбилиси была какая-то неделя семинара вот, документального театра нашего. Вот. Документальный театр родился в Англии, как ни странно, в 70-е годы прошлого века, когда Шекспировскому театру надоел Шекспир. Вот знаете, вот нельзя Шекспиру все время играть, сколько можно, да? Тем более играть его классически, да? Вот согласен. Да. И тогда они вышли в реальную жизнь и стали с помощью вербатима. Что такое вербатим? Это непростое интервью журналистское. Ты общаешься с человеком, узнаешь не просто факты из его жизни, а пытаешься понять через точно записанную речь со всеми отступлениями, паузами. Это непременно необходимо фиксировать в вербатиме. Ты пытаешься понять, потому что вот я вам говорила, что речь – это человек. Как вы говорите, так вы думаете, то вы и есть на самом деле, да? Вот через это узнать историю. Ну, допустим, вот наш преподаватель вербатима Сандрик Родионов, он Сандрик, потому что наполовину грузин, вот один из лучших сегодня сценаристов молодых, ему 35 лет, киносценаристов, драматургов, он приходит на завод, ему нужен заводской вербатим. Ну, естественно, ты же просто так не войдешь, он какой-то закрытый завод, тут начальство готовит рабочего, чтобы он рассказал о подвигах, о том, как завод работает, сколько он шин для машин выпустил, да, героические и прочее, прочее. Они здорового дядьку выдвигают, и тот готов рассказать Сандрику, как ему кажется, корреспонденту, про подвиги на заводе. Подходит Сандрик и спрашивает рабочего: а скажите, пожалуйста, а как вот эта работа изменила ваше тело? Согласитесь, что это не традиционный журналистский вопрос. И этот рабочий вовсе не готовился на него отвечать. Поэтому он тут же становится естественным. С него спадает все это знание про подвиги завода,
социалистического соревнования, количество выпущенных шин и так далее, что его никак не характеризует, да? И вдруг он так просыпается, убирает всю информацию, которую его насытили, и говорит, как изменило мое тело? Да вот как. И показывает пятерню, в которой нет трех пальцев. Да? Дальше начинается очень человеческий разговор. Студенты у меня некоторые гениально владеют. Вот сейчас я вам рассказывала про этого студента Дениса Клевлеева, очень талантливого, который снял 31-й рейс. И он у меня был оператором на моем последнем фильме, документальном. И там тетка, которая руководит, ну, держит половину кафе в Нижнем Новгороде. Такая серьезная, вот тут накручено у нее, все круто, да, так она, ну, представляете, кафе держит, да, человек большой. И вот она вот стоит и что-то, я говорю, сейчас к вам подойдет мальчик и снимет. Мальчик подходит, тетка опять готова рассказать об успехах своего дела, а Денис вдруг спрашивает, компот-то вкусный? Тетка говорит, какой компот? Ну вы же кафе держите, у вас компот-то должен быть. Она говорит, у нас много компотов. А какой самый вкусный, спрашивает Денис. Понимаете, это другой тип общения с человеком совершенно. Ты сразу же начинаешь разговаривать с ним, как со своим соседом, а не как корреспондент с неизвестным тебе персонажем. Да? Этот персонаж, если ты с ним берешь журналистское интервью, вы знаете, что вообще... Это вот должны знать и журналисты, и тем более режиссеры-документалисты. Вы сами провоцируете человека на ложь. Мы провоцируем человека на ложь каким-то вопросом. Любой человек, любого социального слоя, даже самого низкого социального слоя, сразу нас считывает. Он сразу понимает, чего мы от него хотим.